Их выбор – спасать жизни. В Ангарском округе не один десяток дружин юных пожарных, которые с раннего возраста изучают ответственную профессию. Накануне местная команда «Прометей» стала абсолютным победителем регионального слета. Мои коллеги пообщались с чемпионами и их наставниками. Юные пожарные знают, как быстро надеть экипировку, спокойно вести себя при ЧП и оказать первую медицинскую помощь. Ученики ангарской команды «Прометей» из Центра развития «Гармония» все эти правила усвоили на отлично. Коллектив занял первое место на областном слете дружин юных пожарных. Последнее значимое для ребят соревнование – это был 16-й областной слет дружин юных пожарных Иркутской области, где ребята из 15 команд смогли занять первое победное место. И теперь они готовятся на межрегиональный этап. Ребятам помогает готовиться не только наставник, но и председатель местного всероссийского добровольного пожарного общества Виктор Орлов. Кроме работы с командами юных пожарных, он также посещает и организовывает многие слеты. Цель у нас – воспитание детей на обучение их безопасным навыкам пожарной безопасности, популяризация профессии пожарного. Ну и, соответственно, мы своей деятельностью хозяйственной, общества, зарабатываем средства для того, чтобы оказывать финансовую помощь для детей, чтобы они могли участвовать в соревнованиях, проводить конкурсы. Сегодня ангарчане продолжают тренироваться и оттачивать свои навыки. Уже в конце ноября команда «Прометей» примет участие в соревнованиях на Кубок начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области, где соберутся лучшие дружины региона. Елена Жерлова, Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время.